Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бонд, и мы продолжаем играть в Фазмофобию. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. Я его не добавил. Класс. О, что за тушенка? А, это соль. Мне не нравится. Это место. Тюрьма. Она не должна тебе нравиться. Так, датчик движения, это МПшка, да? Сфотографировать, остановить призрака при помощи распятия, класс. Доротни Браун. Отвечает всем, рация нам не нужна, это хорошо, пошли. Дороти Браун, я думаю. Я не шарю ваших этих английских. Дороти. Да, я что-то шарю, что ли? Ну, я просто так думаю, типа. Ты взял все? Нет, собственно. Ты идет такой уверенный. Ну, вот и я о чем. А нам соль не нужна? Ну, потом. Я, кстати, здесь даже не был, кажется. Я был в школе, но не был в тюрьме. Иди первый. У тебя хороший фонарик. Где? Ничего не знаю. Я вижу, как он светит. Не надо мне. Я ничего не вижу. Заходи. Не, не хочу. Да, раз, два, три. Ну ты что не заходишь на шифте, блин? Да я зашел. Наклебал. Они... А сколько тут этажей мы не посмотрели? Будет пищать? Нет. Заходи быстрее, ну ё-моё, мне страшно, как бы я тут один хожу, считай. А ты возьмешь этот ИМП-шку, потому что мне неудобно ходить с этим и этим. А. Мне фонарик не работает просто. Я с термометром. Он еще более нужный. А что у тебя еще есть? У меня термометр, говорю же. МП-шку мы бросим, а термометр... Камера. А термометра можно спалить, где он? У меня камера, да. У меня именно, которое видеонаблюдение вот это вот. Понятно. Ты можешь на шифте ходить, чтобы быстрее все происходило? Да я забываю. 18 градусов, это выше. Так, shift 19, кстати, здесь повышено. А, должна быть пониже, если не ошибаюсь. 15. Ну да. 22. Вообще вы здесь не пахнет. А что это за дверь? Мне не нравится. Ох, ё... Так, туда а я это, не да? хочу. Я тоже не хочу, я ее закрыл. Нам вообще свет везде вырубать. Ага. Ну сейчас я тоже пока не хочу светильника, нет. Я поставлю, то вернусь. Понимаю. Так, пошли свет вырубим. А тут ты свет выключал в первой комнате? М? Ты тут свет выключал в да. этой комнате в первой? Вроде да. Все хорошо, ладно. А, ты его вырубил? А мы сейчас ходили? Да. Мы туда ходили, да, там свет был включен, мы заходили туда. А ты его вырубил, что ли? Ты вот сюда вот. Нет, я его не выключал, я же тебе говорю, я тебя спрашиваю, ты выключил свет? Интересно, вот сюда мы не ходили. Ну заходи, не стесняйся, что ты? По МПшке чисто, тут на второй этаж подъем. Я вижу. Ты со своим фонариком? Тринадцать было вот тут на входе где-то, но это вроде недостаточно, мало. Просто туда пошли, да, вперед. Ты такой умный, а сзади стоит, блин. Туда пошли. Я просто переключаюсь между фонариками и пачкой на всякий случай. 14. Ё-моё. Не хочу. Мне не нравится, пошли обратно. Мне тоже не нравится, но надо идти туда. Это что такое стоит там? Слышь, человек, ничего такое стоит.
Где? Во. Так за дверью, да, я еще, блин, за стенкой посмотрел. Вон тебе нет такого, как он там стоит что-то. Да не там, левее. Левее, математик, блин, направо поворачивает. Вообще ничего не видно. Яркость опять не увеличивает. Темно, я же тебе говорю. 14 градусов, кстати. Нет, я забыл. У тебя вообще на компе нормально выкручено? Да, на компе максимум. Вроде бы. Все, если туда пошел. Пошли, пошли. Я ищу, где спрятаться. Я же забыл, как тебя зовут. Неважно. Дороти что-то там, Мирос. Ну, пока да. Зря ты это сказал, я думаю. А, да, точно. Раньше времени. Она еще всем отвечает. Ну, я не полностью сказал правильно. Первое было правильно, я уверен. 14. Сколько тут комнат? 13. 18. А, так вот в чем весь прикол этой говорить в игре, а не через голос отдельный. Ты, кстати... Ну да. Ты такой хоп, нечаянно сказал, свет вырубай, ну чё ты, блин, ходишь за мной, нифига вырубить не можешь за собой. Да потому что у меня фонарик плохой, я ничего не вижу, поэтому я не включаю. Тебя ещё и лагает? Опа-на. Нет, у меня не лагает, опа, это стрим. Этот достань. 8,9. Нет, ничего не работает. Нет, тут все нормально. 8,5. Где светильник? Ёп, я его не нашел. 5 градусов, она здесь, кажись. По датчику ничего нет. 3 градуса. 21. Да, она, скорее всего, тут. 5 градусов, да, она здесь. У тебя есть что-нибудь? Так что-то камера в руки взяла. Камера. Это не толк, это потик надо носить. Как ее поставить? А как вот сюда, камеру? Вот сюда. А, F, F. Левой кнопкой мыши крутите, WhatsApp поставь. Да не так ты ставишь на вход, зачем? Или ставь, я не знаю. Блин. Она здесь. Все. А, иллюжине. 8 градусов. 3,2, да. Как поставить камеру, подожди? F, английская. Все работает нормально. Анимешник проверяет камеру. Доротани. Дай нам знак. Я ушел, давай, пока. Она моргнула светом или мне показалось? Я не знаю, я ничего не делал. А ты кого ходишь сразу на спидах, зараза, а? Ты фургончик. Заколебал. Ты фургончик. Посмотрим там. Шифт у него не работает, а сейчас летит, блин, как угорелый. Я тебя даже догнать не могу. Дороти, дай нам знак. Это так, чтобы интереснее было, пока идем. Доротани. Можешь не выходить без меня? Вообще какая-то улетит. Как даст мне знак одному тут. А где фургон наш? Его угнали. Понимаю. А не, вон он далеко очень стоит. Да, он очень далеко. Чтобы лишний раз не ходили. Да, реально. Один раз ходили, и все, можно уезжать. Ну да. Опа, она активна. Иди проверяй, иди зови. Нормально. Дороти Браун. Ты говорил, что ты в этой игре пойдешь. Разве? Да, я помню. Тебя я нет. Что такое? О, камера. Как цвет рубаешь? Серьезно? Ё-моё, что мы еще не нашли? Так вот нажимаешь, на мышку надо нажимать. На клаву жмёт. Антимагически. Ё, а ты когда-нибудь хотел быть в тюремной... Чё ты ржешь? Честно, нет. Сейчас пойдешь. Ё, это что за свет? Не знаю. А вот и наша камера. Ага, классный да. Засвет. Реально. Да ты... Зачем? Надо переставить её, мне кажется. Ну а сюда, свой братик, иди переставай. Не, я не пойду. Она опять он что-то это хочет от нас. А она до семерки, до шестерки доскочила. Да нормально, это мелочь. Обнаружить призрак, помощь сюда чуть-чуть. Ты идешь, кстати. Сфотографировать призрак. Она всем отвечает, что мы идем вместе.
Зарегистрировать призрака. Обнаружить при помощи датчика движения. Так что МПшка нам нужна. Возьму соль. Это не датчик движения. На тебе фонарик, чё? Там есть отдельно купить датчик. Там отдельно можно купить датчик движения, короче. Понятно, это не МПшка. Понял. Ну, МПшку-то чё тут выбрасывать? На фонарик. Давай мне тот. МПшку бери. И пошли. Я уже вычислил, все самое сложное сделал. Пошли, теперь ты будешь ее это звать. Да рация не нужна, она всем отвечает. Подожди. Это, кстати, он, а не она. Дороти Браун, ладно, не важно, пошли. А, подожди, а блокнот нужен, нет? Блокнот нужен? Да. Она все вообще-то нужно, подожди, чтобы определить. Ну потом, потом, у нас сейчас нет места. Я забыл выкинуть камеру. У меня фонарик не работает. Давай поменяемся. Он работает, он просто тут не светит. Я говорю, он не работает. Он реально вообще на дальность не работает, кстати. Вообще еле видно. Но бесполезный фонарик вообще, абсолютно. Понтовый. Печатка я, кстати, не видел вот там вот в таком. Вот, да, я а чё я опять первый, я думаю, заколебал. Залка этот... Нормально фонарик едет теперь. Парил. Понимаю. Дороти Браун, дай нам знак. Да куда ты пошел назад, блин, дурак? Я тебя укушу. Нам знаки. Помолчи пока. Да в смысле, а что делать еще? Скучно же. Заходи, не стесняйся. Все, давай, а пока. Как туда поставить камеру? Ты как хочешь ставь. 3.7, кстати, здесь. Нифига ты ее повесь, она же упадет. Умник. Тут второй вход, кстати, есть, ты знал? Честно, не знал и не хочу знать. А он открытый почему-то был. Ну ты какой-то рабочий этот, видишь? А прикинь, если бы она прям в этой сидела за клеткой, вот этого было бы да. Это ты почувствовал бы что-то такое. Да, сейчас хуй. Ой, подожди, может она не тут, подожди. Активность. Ну я думаю, она бы должна была на... Ну это уже не важно, соль я высыпал. Че я опять один? Дороти Мирос, Дороти Браун, дай нам знак. Да, Дороти Браун. Дороти Мирос. А может... А свет тут сейчас как генератор отрубится, ты знаешь где? А может этот... Нет. А может нужно врачу и говорить ей? Нет, она всем отвечает. Дороти Браун, дай нам знак. Вот если мы оба будем постоянно это говорить, она нам даст знак, а так не даст. А нам даст, знаешь, что? Для этого есть ты. Понимаю, понимаю, понимаю. Дороти Браун, дай нам знак. Да к вам мы уходим, пошли туда, чё ты? Нас, нам её там знать, звать надо. Там, мне кажется, она вообще не там. Там. Она там. Да я понял. Бежим. Я сразу потапкал. Беги. Так, значит... Беги быстрее. Да, не работает. Так, датчик МПшка была. Да, там нам это просили вроде. А ты что здесь делаешь? Это не просили в целях. Нет, не просили. Значит, мы бесполезны. В целях нет. Там было что-то одно вроде. Сфотографировать, скорее всего. Да, 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 сфотографировать, сфотографировать. Ну это две вызывать. Мы зря ушли. Да тут была всего лишь двойка. Тройка. Нет, тип, сфотографировать его нужно. Короче, сфотографировать и тип определить нам надо. Пошли нам.
Сейчас вызываем, она нас атакует. Надо прятаться, бегать по кабинетам. Учти. А, стоять, у тебя МП. Может, фонариками обменяемся? А, давай фонариком, кстати, обменяемся. А зачем? Мысли вслух, так сказать. У меня камера. Мне фоткать надо. Да, да, обмен хороший, забираемся вместе. Будешь за всех у нас тут работать. Короче, ты знаешь, как делано? Смотри. Я захожу по центру, вот там вот, где, короче, было 4 этих штуки, да? Захожу туда. Буду говорить, типа, постоянно, если она, короче, меня начинает убивать, ты фоткаешь и убегаешь отсюда. А ты умираешь. Да. Так, не снимай наушники, ты, блин, заколебал. Там, тебя даже еще ни разу не убили. Он уже боится. Это не... Ты готов? Да. Вот стой, нет, ты, нет, подожди, подожди, надо этот раскинуть. Раскидочка. Опа, соль, 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 соль есть. Зашибись. Так, этот оставил, давай отметим соль. А нам надо это вообще? Да, радиоприемник. Конечно, мы же так найдем этого придурка. Минусовая. Так мы его уже вычислили, Слиз. А, нет, это не минусовая, блин. Это что за клик был? Радиоприемник, отпечатки. А что, соль не это, да? Соль не отмечается, скажись, ладно. Кинь МП вот в центр, чё ты это паришься? Вот, кидай. Ну, блин, да, гениальная закидочка. Стакан убери. Вот сюда вот положи, прям приходи, чтобы мы увидели. Окей. Возьми, знаешь, что? А, у меня место есть, ладно. Не, ну минусовой у неё нет. Ладно. Она опять дверь открыла, вот зараза. Не трогай двери, пожалуйста. Ну, две двери это фигово, кстати. Но она здесь ходила прям, это стопудово. Доротани да. Браун, дай нам знак. Доротани Браун. Да куда ты отходишь? Доротани Браун. Давай я в машине буду смотреть, проверять, сколько у меня там активности. А так неинтересно, его сфоткать надо. Я тебе все отдам. Я готов на такой риск. Доротани Браун, дай нам знак. Нет, мне страшно. Доротани Браун, дай нам знак. Доротани Браун, дай нам знак. Давай тоже говори что-нибудь. Иди сюда, стой, смотри, смотри на меня. Ты шо, больной? Боюсь, нас так убьют. Это не считается как укрытие? Навряд ли. Считается за дверью. Плюс-минус, если повезет. Доротани Браун, дай нам знак. Доротани Браун, дай нам знак. Доротани Браун, как дела? Доротани Браун. Доротари... Как ее зовут там? Доротани... Доротани... Дороти Браун. Доротани... Напиши что-то в блокнот, слышишь? Черкни нам письмо. Черкни, а? А то ты шаришь это за эти шуточки тюремные. А проверь отпечатки, зайди. Чё тебе порвало? Порвало ее, когда вы сказали про шутки. Друзья, может на той двери надо проверить, которая... Да, 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 проверь, кстати. Я с этой... Она открыла дверь. Она закрыла тебе дверь. Да нет, Атаки, что ты встал за шкаф, я вижу. Атаки, нет. Помогите. Там МП, кстати, шумит. Атаки, нет, что ты переживаешь? Она дверь открывает. Она дверь открывает. Я видел, как она дверь открывала. Я вижу твою руку через стену. Атаки нет, но мне писец страшно. О чем боимся там? Я видел, как она дверь открыла. Я вижу твою. Я пойду схожу в троллейбус. Она ушла. А, да? Че, возвращаться? Включай свет. Я пойду чекну, кстати, сколько активности было. А, я что-то путаю кнопочку. Я пойду в троллейбус чекну, что там почем. Включи свет пока, позови ее. Я нет. Ну хотя да, без камеры лучше не звать. Я видел твою руку через стенку. Она здесь.
Ты ее видел? Нет, а датчик заработал МПшка, я слышу, как дверь открылась. А. Не, я видел, как она дверь открывает, там, за которой ты сидишь. Я тоже видел, как она. Да, она внутрь такая жиц. Она сейчас 2 всего лишь активности, вообще 0. Только что упал на 0, но она все 3. А вот сейчас 1. Так, значит, надо сфоткать ее, да? Сейчас, камера. Че? Как ты камеру классно поставил, друг? То есть ты хочешь, чтобы я к тебе сейчас, да, пришел, типа? А то я вижу, как ты сидишь. Ну, здесь вот слегка не видно, блин. Она же активна, кстати, я шестерка. Она тут, она МПшка работает. Ага. Ну, там шестерка сейчас активность, потому что... Если я скажу, что там семерка, а не шестерка, то это... Че ж с тобой делать сразу? Нет, сутлика нету. А она на нуле, кстати. Столь есть, но ее никак не отметить. Ну, я, короче, фонарик не работает, давай как-нибудь сам выбирайся. Друг. Так, ну МПшка работала, да, на 5 уровне. Так мы это уже давно выяснили. Либо банши, она опять тут, либо джин. У нее МП работает сейчас? Да. Отпечаток не было, да? Я это... Сегодня мы пойдем в ночь, нет? Это я закрылся нормально, не сын. Она выходила, кстати, сюда. Вот прям наружу совсем. Она черканула, ля, шарит, смотри, шарит всякие эти у них забионские. 18+. Давай обратно и посмотрим в блокноте. Короче, чекай, вот это вот 18+, я почти уверен. А вот это у них, короче, это по типу звезды. Они просто рисовать еще не умеют, но не важно. А, типа звезды 18+, да, понятно. Не, 18+ звезд. Так, у меня 2 МП стоят. Отпечатки, пристрасти, запись есть. Что еще может быть? Радиоприемник, ну. Радиоприемник. Отпечатков ты не видел, минусовой нету. Смотри, значит, у нас радиоприемник, возможно. Это либо тень, Либо ревенантный подход, потому что там отпечатки рук. Это, скорее всего, тень, либо... Это они, наверное. Либо они. Ну да, тут как бы тут непонятно. Ну типа у нас огонька не видел, либо камера хреново очень стоит. Я хотя как тебя поставил, где она? Поставил бы не как дома. Еще папочка тебя научит. Она двигала? Подожди, она дверь открывала быстро или медленно? Медленно. Она такая типа бу-га-га. Значит, ты скорее всего не они, знаешь почему? Потому что смотри, пишется, что... Сердце бьется. Убьет меня, да. У меня сердце бьется. А, это атаки нет, он не убьет. Ты уверен в этом, да? Я хотел взять этот термометр. А нам сейчас лучше не говорить, да? Не, не стоит. Нам же пофиг. Пошли выходить. Ты заколебал здесь сидеть? Подожди, стой. Да это я. А ты куда ушел? Ты куда ушел, алё? Стой! Да стой, да вернись, термометр надо чекать, все. Нам камеру сфоткать, деньги не нужны, ну мы бомжи. Да вернись! Подожди, у меня рассудок, скорее всего, на минимуме, подожди. Да, не важно. Я один сегодня не пойду, ты же знаешь. Да, хорошо, потом вместе пойдем, подожди. Сначала давай это. Ну ты сейчас... А, класс, атака. Балдёж. Ищем дверь. Нам бы ее сфоткать.
Да все, она ушла уже, забей. Мы не можем слышать друг друга, когда она атакует, нам все отрубает. Выходи, выходи, выходи. В смысле тебя убьют? Ты, блин, за дверью стоял, серьезно? Я не верю, что я возле двери стоял. Нормально, ты гений. Ты типа знаешь такой, типа, ну порталет и порталет. Я-то спрятался за нормальной дверью, ты, блин, прям сам коридор. Я ее не вижу. Слышишь, если я ее не вижу, значит она меня тоже не вижу, все нормально. Да, только она может появиться. На самом деле мы очень далеко были от ее этой, так что можно было даже особо не переживать. Но это не точно. Йоу. У тебя 30 нормально, видишь. Почти не изменилось. Пошли. Подожди, что я еще почекаю этот, это. Посмотрю. Ну смотри, это либо они, да? Пошли. Но ревенант не подходит, потому что отпечатки рук. Мне кажется, либо тень. Какие отпечатки? У тебя нет отпечатков. Пошли. Надо этот радиоприемник проверить. Либо джин, слышишь, либо джин. Радиоприемник проверим, возможно, вообще все откроется. Если это так, как я думаю. Пошли быстрее, у него двойка только, сейчас. А джин не подходит, потому что, знаешь почему? Потому что мы проиграем. У меня нету блокнота. Потому что там блокнота нету. Блокнот есть. В джине нету. А, в джине нет, ну я не шарю. Я не с открытым этим хожу, как ты. Это либо тень, либо они. Нам осталось это. Мне кажется, это они вообще, на самом деле. Но он очень пассивный, на самом деле. Мы же его даже не видели ни разу. Даже при атаке. Я что-то сердце билось. Так, ты что за колебал на входе? Датчик работает. Нет. Ты, если стоишь на входе, она закроется. Нафиг. Я ушел. Удачи. Ты идешь? Да куда ты встал, я дура? Я по своей тактике работаю. Спасибо, что шипишь, конечно, да, мне это помогает. Она, кстати, агрессивная стала, пошли к ней. Ну ты что сидишь у этой двери, смотри, где сидеть надо, алё. Вот в эту вот дверь заходишь и все, вот, смотри. Не надо около нее сидеть, смотреть в нее. Ты смотри хотя бы на нее, если она... Не успею туда добежать. Я успел. Если она начнет нападать, ты хотя бы ее смотреть должен. Я увижу в твоем экране ее и пойду фоткать. Перед твоей смертью. Если стоять, я вспомнил, если мы умираем, надо сфоткать. Ну, типа, если я умер, сфоткай. Обратно, обратно, обратно. Такие. Что-то вообще агрессивно стоять. Это что такое? Пошли. Ну, что-то какой-то демон. Пошли в вагончик. Пошли в вагончик. Да пошли к ней. Нам надо дойти сфоткать. Да мы не да пошли. Так в этом задача. Надо пойти прям на пофиг. Пошли. Ну пошли, она сейчас рассудок упадет, вообще стой, конец. Стой, будет. Вот здесь постоим сейчас. Подожди, стой. А если она тебя засосет? Не, ну я не против. Туда и сожрет. Подожди, стой. Это не тень. Это они. Смотри, тень. Затенченный признак похоже, что тень прекращает любую деятельность, если рядом находится сразу несколько человек. Ну я не видел, чтобы они перемещали предметы. Это не, вряд ли они. А больше ничего нам не подходит. Ну их легко найти и распознать, возможно. Кстати. Она очень активна, да. А кто еще может быть, если вырубить, допустим, радиоприемник? Это ревенант, тень, они. А ревенант это че? Ну, отпечатков мы не видели, да. Пошли. А может дух? Кстати, а кто такой дух? Мы же тогда и не узнали. Кто этот дух? Радиоприемник, отпечатки руки и блокнот не подходит.
Почему еще? Ну да, у нас другой. Пошли. Или Мираж еще тоже. Ну пошли, у нас сейчас столько этот падает. Не, ну Мираж не подходит. Давай. Потому что он через стену вошел. Давай, заходим. Я МПшку слышу. Мы зайдем, закройте дверь. Да не важно, пошли. Нам надо это. Сфоткать ее надо. Пошли к ней сразу. Мы туда не успеем дойти. Не важно. Прикольно же. Ты главное рацию не врубай, когда мы это, а то нам пш-пш. Я ее пытаюсь услышать, тебя пш-пш. Я открываю газировку, что ты хочешь? Может здесь подождем? Давай здесь подождем. Сомнительное предложение, ну. Ну блин, сфоткать надо. Смотри первый этаж. С моим-то фонариком я даже двери не вижу. Не важно. Идет, спускаемся. Она сзади нас, нам жопа, она сзади нас. Да не, СССР. А, тебя убили? А я, кстати, ее даже не видел. Я хочу... Оставь что-нибудь. Дай сбежать, пожалуйста, дай сбежать. Фух. Дима, дать мне телефон, смотри, там. Мне страшно. Я вижу, что ты тут ходишь. Все. Тебе деньги идут за то, что ты умер. Страховой случай, я тебя сфоткал прям при смерти. Нормально. Теперь можно ходить счастливым. Так. Что-то как-то я даже не понял, честно говоря. Ну ладно, неважно. Сфотографировать тебе не удалось? Значит, надо выбирать что-нибудь. На дом? Кто она будет? А почему у нас камера не работает? Класс. Ладно. Смотри, она тебя убила, да? Да. Значит, кто она? Она ревенант? Нет, тень. У меня соль была. Так, это тень, либо Они, окей. Они, тень. Сейчас тени гляну. Застенчивый призрак, похоже, что тень пришли увидеться. Сразу несколько человек. Нет, не тень. Застенчивый, найти ее будет нелегко, если рядом не станет, не станет охотиться. Нет, это точно не тень. Он, типа, вообще пассивный, если нас несколько. А нас несколько было. Это Они, короче, выбираем и поехали. Мертвое тело я сфоткал, нормально. Так сказать, друг себя поможет в беде. Если вас убивают, зовите меня. Да, я вижу, как ты там мотаешь экраном. Выбрал Они? Я закрываю, я уезжаю, ура, я выжил. Че, испугался сильно? А вот он, ты тут где-то. На чем? У меня с ракет, у тебя всего лишь 20. Ну, хотя бы руки и помыли, ну что такое, ну грязное лицо, ну куда? Почему тебе вид, страховку не дали? Я был не застрахован. Просто. О, мы его не угадали за ту, смотри. Ну за 30-ку всего лишь, тут, блин, капец. То есть максимум 60 можешь заработать, но еще кость плюс всякая такая. Все, паранормальных явлений 3, все, фаса хода 4. Все, взаимодействие 77. Ядрём потом. А ты фонарик добавь мощный, пожалуйста. Да, сейчас подумаю. Спасибо тебе, друг, что посмотрел этот видосик до конца. Если желаешь увидеть еще один, не забудь поставить лайк, написать комментарий, если тебе понравилось. И он выйдет скорее. Удачи тебе и до новых встреч.